Друзья, вот еще одна интерпретация известного уже вам настольного календаря. Мы показывали детские варианты, украшенные какими-то фигурками животных. Такая вот обучающая вещь, обучающий такой сувенир. Ну вот, немножко увеличенная, скажем так, версия. Тоже есть кубики с цифрами деревянные, с различными цифрами. Вот, можно, в принципе, и вот такие вот... такие вот параллелепипеды, что ли, с названиями месяцев на английском языке, месяцев. Значит, как это работает? Можно выставить любой месяц, ну вот, допустим, июнь, да, и будет у нас, допустим, 17 июня. Нет, пускай лучше будет 15, мой день рождения. Вот, 15 июня, если вы покупаете этот сувенир для ребенка, он будет одновременно изучать цифры, само собой, складывать какие-то числа двухзначные. Кроме того, изучит азы английского языка, по крайней мере, будет знать, как на английском языке называются месяцы. Вот, ну и, в общем, моторика пальцев. Во всех смыслах очень полезная вещь, будет знать, как устроен год, месяц. Ну, в общем-то, вещь очень полезная, особенно для детей. Спасибо.